Всем привет, друзья, с вами Алекс и Механик. Всем привет. Черт, опять смешно. Ну, нормально. Итак, сегодня мы играем в Spin Tyros, и у нас необычная карта. Да, у нас карта очень крутая. Нам ее скинули разработчики этой карты. В общем, ребята делают очень крутые карты, очень сложные. Ссылочка есть в описании под роликом на их сайт с картами, поэтому заходите. Там их можно приобрести. Вот, но они у них не бесплатные, я насколько да. понимаю. Они у них не бесплатные, но карты очень хардкорные, очень качественные, очень крутые, поэтому итак, надеюсь, вам понравится. Ну и, естественно, у нас будут прохождения этих карт. Карта называется «Три реки». Сложность 5 из 5, у них 5-бальная система сложности идет. Сложность назвали 5 из 5, то есть она просто самая нереальная. У нас будет 2 пилорамы, насколько я знаю, одна точка погрузки и... И полная жопа пряников. Да, полная жопа пряников. Почему? Потому что все машины в плохом состоянии, в них, скорее всего, будет мало топлива, можно легко утонуть, сильное течение в реках. В общем... Так, смотри, я сейчас еду направо, ты езжай прямо. А там дороги есть, да? Да, прямо есть, я уже чуть-чуть так глянул на карту. Слушай, вот это направо, это что-то... А, ты объезжаешь, да? Я объезжаю, потому что я в лужу в эту что-то не хочу соваться. Знаешь, мне кажется, она бездонная просто, эта лужа. Возможно. Черт возьми, не хочется проверять на самом деле. Ребят, за прохождение карты, у нас давно очень не было прохождения карты именно на видео, то есть не на стриме, поэтому я думаю, что заслуживает однозначно жирнейший просто лайк, Михалыч. Что? Ну что-то река здесь какая-то. И первую, мне кажется, можно преодолеть, а вот вторую там, да. Знаешь, но я сейчас вижу, что здесь, в принципе, на лазике можно. Почему? Потому что здесь как-то такая насыпь здесь есть на реке. О-о-о-о. Занесло прямо в грязищу. Прямо в грязищу. Слушай, мне что-то стрёмно, если так честно. Также хочется сказать, что, скорее всего, это видео будет поделено на несколько частей. Они будут выходить кусками. Примерно. Да, поэтому вы не пугайтесь. Да, не пугайтесь, что вдруг видео закончилось и все. Оно в любом случае мы эту карту пройдем. Просто следите на канале, подписывайтесь, если вы не подписаны, чтобы увидеть продолжение. Знаешь, здесь такое течение, мне кажется, у вас унесет, как ты думаешь? Вот первую, я тебе говорю, я первую пробовал до точки доехать, ну просто на УАЗе? Врубил. Нет, на 66-м. А я на УАЗе. А попробуй кинуть лебедку сразу. Некуда. Ладно, была не была. Ух, ёб твою, налево. Это урон 14. Я еду. Ползет, ну просто здесь еще что хреново, то что резина-то обычная здесь стоит на нем. На УВАЗике, да? УВАЗик. Я еду изо всех просто сил, на полную катушку наваливаю. Блин, проехал. 16 урона получил, но проехал. Знаешь, меня это радует в какой-то степени. Так. О, черт. Теперь ты видишь, где я. Да, вижу, где ты, вижу, где точка погрузки, вижу, где лесоповал. И у нас там модель C4320. Это, скорее всего, КамАЗ какой-то. Слушай, здесь вообще жопень. Жопенье. Жопен. Здесь не дорога, а просто... Я не знаю, как это сказать культурно. Это ну, жопен. Жопен, слушай, вот жопен. Я не знаю, как мне туда проехать, на этот жопен, на другую сторону. Но мне кажется, что я не смогу, наверное. Ну вот туда, мне кажется, да. Мне кажется, не сможешь, потому что на я вторую честно... сторону, знаешь, я бы такой, что сейчас пригнал бы ГАЗ-66, зацепил бы УАЗик, поставил и бы полный газ на него, да. И попробовал. Мне, я что-то не доверяю УАЗику в этом случае. Так. Я еще точечку открыл, вот здесь на верхотуре прямо. Сейчас я тоже посмотрю, что у нас тут открывается, какие просторы. Ага. Слушай, он реально, ты был прав, ГАЗ-66 какой-то, у него возврата руля нету. Как на других машинах как-то легче кататься. Ну я же тебе сказал, что как-то вот... Это просто российский для хардкор. Для мужиков. Для мужиков. Мужицкий автомобиль такой, чтобы как жахнул бутылки в водке. Закусил луком, занюхал подмышкой и поехал. О, ну... Такое, да, развлечение для мужчин. Скрасим это свой досуг, как говорится. Я уже думал, ты скажешь, скрестим сейчас, как обычно. Не-не-не-не-не, ничего крестить не будем, не. Все, хватит. Нас скрещивали сюда. Хорош. Так, я пока что иду без полного, просто на дифе. Я что-то не хочу топливо тратить, потому что... Японский городовой, что это, мать его? Михалыч, только не утопись. Я сейчас не то что не утопись, здесь какая-то херобора, и кажется, мы по ней должны добираться на тот берег. Что это вообще? Слушай, что-то здесь, по-моему, УАЗик проезжал легче, чем ГАЗ-66. Так,
Так, подожди, мне надо посмотреть, где еще точка разведки. Ага, вот тут сюда. Мне главное заправка, наверное. Так, я сейчас доеду тогда до гаража, кину УАЗ и поеду на 66-м газу к гаражу. Нам же нужно еще, понимаешь, в чем проблема? Нам нужно найти... О боже, что это за следы такие дурацкие подожди, у меня от УАЗика остались? А в 66-м у нас не гаражные части? Нет, у нас запчасть, это ж техничка. Твою, это нам надо еще найти тачку, получается? Угу. Охренеть просто. Не, ну ребята сделали вот на совесть, знаешь, вот они как будто вот как в пиле. А сейчас мы сыграем с тобой в игру, вот так они как бы тебе говорят. И ты играешь в игру. Но не факт, что ты сможешь вообще ее пройти, потому что она реально сложная. Когда они пишут, что 5 из 5, это ну, действительно не шутки. Это на самом деле тяжело. Я, если честно, я не знаю, они какую-то свою грязь что ли нарисовали здесь или что? Потому что я заезжаю одним колесом, у меня УАЗ просто тонет. Не знаю, сейчас тут... Блин. Так, я нашел еще одну точку. Точку-почку. Мост есть. Ого! Хрена себе! У меня тонет ГАЗ-66. Я засадил УАЗ. Подожди, стой. Во, полный. Я, короче, УАЗ сейчас просто тащу через реку. Я не знаю, он сейчас убьется от того, что он заведенный, тянется за мной. И он полностью там с головой тонул. Надеюсь, с ним да. Все в порядке. А я вот здесь на мосту, и, блин, это жопа какая-то, если честно. Так, ну-ка, сейчас я проверю, если что, у вас просто за собой потащу, чтобы экономить топливо. 86 урона, видимо, ему досталось. Так. В общем, просто мы сразу прочитали, что сложность 5 из 5, мы сразу так с Михалычем поняли, что это все неспроста. Сжалось, да, у нас вот сразу? Да. Так, стоп, а точка, ни хрена ты наоткрывал. Это ты там проехал? Слушай, ты где вообще? Я еду на УАЗе по мосту, и это жопа. Это самое худшее испытание, которое было вообще когда-то в Спинтарисе. Может быть, вы скажете, что я, ну, приукрашиваю все, но на самом деле реально тяжело вот так по мосту проехать. Я до гаража уже доехал. Так, с топливом все четко. В принципе, так, ну я тогда, наверное, УАЗик сейчас запускаю движок ему. Все. Я еду. Я вас просто за собой тащу, я ему поставил, чтобы он двигатель завел и ехал за мной. Сам катаюсь без полного. Кстати, на УАЗе-то, наверное, тоже лучше, блин, отключить. О, заправочка здесь, вот что. Рядом с гаражом есть заправочка. Так, я ничего не могу разгрузить сюда в гараж. Эх, куда отцепился-то, засранец? Нужно больше очков гаража для его открытия. Хорошо. Понятно. Так. Заправляемся. Слушай, ого, что это за грязь такая? Я тебе говорю, что-то с грязью не то. Она какая-то прям вот не та нифига. Я должен был здесь сверху ехать, я решил лужу объехать, я в ней просто тону в этой грязи. Грязь жесткая, реально. О, слушай, это реально крутая тема, тебя не толкай. За мной УАЗик, понял, едет, он меня взад толкает. Я читак. Я сейчас на полном пру, я не знаю... Кстати, на полном 2 литра жрет. Я тоже немного читерю, потому что я объезжаю грязь по траве. И, в принципе, это помогает. Понимаешь? Слушай, ну я всякое ожидал, но такое. Что там? Ну просто, блин, а как здесь лес возить? Я не представляю. Так, лесовал, а модель, вот это что такое? Это мы там начали, да, B66? Да. Ага. Хорошо, а что еще-то на... Как попасть на тот берег, я не понимаю. Вот смотри, ты видишь тот берег? Может, у нас где-то МАЗ будет валяться? Ну вот ты едешь сейчас к модели, я просто, наверное, подожду, пока туда едешь. Но мне в любом случае, мне кажется, там КамАЗ, только я не знаю, что там с КамАЗом у нас. Ну, я имею в виду, что вместе с ним там есть. Да. Ну, скорее всего, в нем часть-то для гаража. Или на другом островке. Если на другом островке... Понимаешь, если будет часть для гаража, то, в принципе, нам... Ничего, опа. Я облажался, это не КамАЗ. А что это? Это ручной погрузчик. Да ты что? Мать его. У нас никто не умеет грузить руками. Где тот подписчик, который всегда это делает на стримах? Парень, где ты? Короче, Михалыч, это хрень. Господи. А пилорама? А как туда ездить к пилораме? Ни хрена себе. Подожди, надо понять. Вот ты видишь, я не знаю, вот я сейчас поставлю точку. Вот ты видишь, куда я ее поставлю? Да, там дороги нету, да? Там ни хрена нету. А вот это что наляпано, вот куда я поставил?
Что там наляпано на карте? Не знаю, я там еще не ездил. Может, там какой-то особо умный проезд есть? А куда? Еще раз можешь поставить? А вот наляпано выше по карте, видишь? Ага. Ну вот я там ездил, но я, наверное, сейчас туда еще раз вернусь. Я хочу изучить эту, как бы, точку, что там вообще такое. Вернусь, даже не знаю, поэтому... стоит за собой туда УАЗик тащить или нет. Наверное, потяну, потому что здесь ему все равно делать нечего. Да тащи, наверное, сюда все к гаражу, здесь заправишься. Я сейчас просто посмотрю, мне вокруг ехать или вот через лес попробовать проскочить. Как ты думаешь, через лес проще? А, по прямику, по зеленке, вот здесь, здесь зеленочка, типа, нарисую. Да. Мне кажется, можно по зеленке. Просто здесь что-то лужа такая на съезде, стремноватая. По зеленке, скорее всего, можно, потому что, ну, я вот почти ехал по ней. Я начал ехать. Просто помнишь, вот у нас есть карта равнины, там зеленка стрёмная. Ну попробуй. Ох, как-то... я здесь лужа. Черт, ну пацаны просто красавчики, что я могу сказать. Но лужа тут хорошая, подожди, я что-то стремаюсь туда залезть. Тихо, тихо. А слева пеньки, причем дохренище их. Пеньки. Пеньки. Так, мне нужно как-то вот аккуратно опять по мосту проехать. Знаешь, я, наверное, сейчас морду просто туда засуну. И у тебя же УАЗ есть, если что, ты им потянешь, наверное, как за этой. Если он назад меня толкать не будет. Так. Ого. Все, я проехал. Ого. Что? Ну, если что, вытащишь. Опасный уровень воды. Я не могу вытащить тебя, я далеко. Нет, это я ползу. УАЗик, правда, не знаю, надеюсь, у него урона не будет, потому что он... Ох ты, ёб... А, блин, я без полного еду. Думаю, блин, как тяжело ползет. УАЗик урон получает, тонет. Нет, это я проехал. Хреново, что у вас урон. Ну, у него вроде есть чем починиться, УАЗику. Да, но я лучше думаю, что нужно для чего-то ставить, потому что гараж у нас не открытый, и нам взять это дело будет негде. Так, я еду, в общем, обратно туда. Я ребят, еду... не забывайте, что все ссылочки есть в описании под роликом на все, что вам интересно. Там ВК, там, Инста и так далее, также на Михалыча. Вот. Я на тебя не буду. Если вы впервые на канале, не забудьте подписаться. Это надо было вначале говорить. Ну, уже никто не смотрит, все уже выключили. А мы здесь поставим уже этот новую серию. А, ну ладно. Оу! Фак. А как я здесь объезжал? Блин, да как здесь ехать-то? Слушай, ну... Машина очень сильно проваливается, но ползет по этой зеленке. Но зеленка здесь тоже серьезная. Да здесь все серьезное, я тебе должен сказать, вот так. Вроде бы кажется, что ну все простенькое такое, обычная карта, ничего сверхъестественного. Знаешь, это не проблема? Мы сейчас тут все раскатаем, здесь потом такая жесть начнется. Че, я засадил УАЗ? Не-не-не, давай, давай, парень, давай, объезжай. Ни хрена себе, я мордой упал. Так, между елочек, аккуратненько, аккуратненько. Такое бывает, на спуске засадил ГАЗ-66. На спуске. УАЗик тронуться не может. Давай, толкай меня, УАЗик, пожалуйста. Ой, тут отлично. Ты увидишь такие ямы, ты просто вообще охренеешь. Ты таких в жизни не видел. Здесь именно так вырыто все. Именно кратеры. Но у меня здесь, вот я вижу сейчас ямы. Я не, по ним не представляю, как сюда ехать. Ползу, я не знаю, как УАЗ за мной тут еще как-то тянется. Я без УАЗа, в принципе, он тут не всегда тащится за мной еще, но... Имею в виду, что иногда едет сам. Очень вот... тяжело. Вот здесь реально жопа. Вот по-другому не. Вот это жопа, ребят. Вот это жопа. Это что это? Это не карта, мост? А жопа. Это мост или что? Или жопа. Вот. Пишите в комментариях, жопа или. Жоп или мост. Нет, и здесь невозможно проехать. Да куда ты нахер? Фак. Тут баг какой-то, мужик. Баг? Баг, да. Я на бревна сел, и у меня УАЗ встал. О. Ага, 66. Причем я столько урона получил, охренеешь. Может, тебя вытащить? Нет, я как бы смог сам выехать, но это жесть сейчас какая-то была вообще, ребят. Мне нужна ваша поддержка. Поддержите по-братски, поставьте Лукас. Это было очень жестко, я испугался. Правда. И плакал. Да, как енот. О. Полоскун. Потаскун. Потаскун. Это, енот, слушай, потаскун. Какие-то, блин, я не знаю... Потому что грязь какая-то странная, что-то в нее въехал, не провалился. А в некоторую въезжаешь и тонешь там. Так, ну что вот я понял здесь сейчас? То, что это жопа.
Здесь по этому мостику, который типа мостик, по нему не проехать. Соответственно, надо соваться рядом. А рядом вот мутная хрень, которая на карте есть, вот надо туда ехать. Надо туда соваться, надо проверять. Так, ну я сейчас тут УАЗик к гаражу уже притащил. Ну вот какие-то вот, вот здесь вот следы типа есть, но что-то сыкотно, вот если честно, прям вообще сыкотно. Так, УАЗ отцепить. Что делать? Наверное, я попробую сейчас. Я поехал заправляться. Так. Знаешь, я думаю, что надо на ГАЗ-66 ехать. А как ты туда проехал? Ну, снизу, да, снизу, в принципе, понятно, что туда никак. Блин. Куда я проехал? Да, я смотрю, как тебе ехать. Ну, Михалыч, я еду. В принципе, для нас там, что там, мы же все умеем. Нам главное вот знать, а с чем будут гаражные части? На чем вообще? Я не знаю, но я вот... Но я чувствую, что надо проверять мне. Вот я, ну, я должен как бы проверить. Ну, у меня на ГАЗ-66 урон уже 179. На УАЗике не знаю, на УАЗике, наверное, около сотки. Я так, сейчас, короче, пру к тебе. Тонет, короче. Я специально без полного еду, чтобы сэкономить топливо. Вот туда я вижу, что он сможет, но вот здесь, мне кажется, он утонет. Я попробую, если что, ты меня вытащишь, правильно? Но ты сильно далеко, потому что течением, чтобы не унесло тебя. Поэтому ты лучше там зацепись лебедкой там как-то. А тут не за что, не за чего цепляться лебедкой. Тогда подожди. Давай я тоже подъеду как-то хоть. Ёпти, а здесь тоже дрова вот так вот возить по этим... Я тебе про что сказал, там буераки вообще просто как... Я не знаю, что. Что-то на них забуксовал. Либо вот, вот сюда ехать, здесь какой-то обмылок чего-то, то ли моста, то ли чего. Но здесь какая-то вот типа дорога есть, ее вроде как видно, но я уже начинаю съезжать и сразу тут... У меня аж игра аж дергаться начала. Глубоченько тут сразу. Так, а если вот такую камеру? Ну, о нет, боже, ни хрена меня швырнуло. Так, а фары? Говнецо. Фары не помогают. И сигнал не помогает. Обычно хоть как-то видно дно, а здесь именно вот мутно и не видно ни хрена просто. Я, наверное, тебя тогда жду. Да, я лечу на всех. Ты подъедешь, парах. Попробуем как-то, я не знаю, я буду тестировать ехать. Ты зацепишься за меня, если что, будешь меня назад тащить. Mm-hmm. Потому что поверху, ну поверху я попробовал, вот меня просто выкинуло нахрен. Одно бревно отлетело, и я вместе с бревном улетел в космос. Ни хрена себе. Да, ну как бы, ну, небольшой божок есть, ну ничего. Наверное, просто никто не думал, что здесь кто-то поедет так поверху. Типа нас. Ну такое можем только мы сделать. Так. Ну карта, в принципе, по размеру я бы сказал, что ого, небольшая. Не очень большая, но сложная, черт. Нам нужно реально сейчас вот эти точки разведать, неразведанные, и все станет на свои места. Подожди, а это что за насыпь? Что? Ну вот попробуй, попробуй, вот меня оттуда выкинуло, вот там вот два бревна, попробуй заедь наверх. А ты увидишь что, то остатки моста, что ли? Ну вот, вот эти бревна, я думал по ним попробовать проехать. Вот ты видишь бревна там? Сейчас, подожди, я вижу точку разведки как-то. Так, стоп. Ну там, судя по всему, должна протекать вода еще по ним. По кому? Сбоку объедь и посмотри, что это такое. От тебя видно будет, нет? Ну ты ко мне подъедь, вот где я стою. Так я же говорю, от тебя видно будет. А течение куда? Вправо, да? В этом вижу какую-то машину или что это такое там? Цистерна какая-то? Не знаю, что такое. Маяк там. Ёптую налево. Это что за хрень? Вот это какой-то обломок чего-то. Я хочу ехать вот прям напрямик. И либо близко к этим, вот сюда, к насыпи. Подожди, здесь что-то должно быть. Тут дрова нереально возить. Здесь как-то можно проехать. Ну, естественно, здесь как-то можно проехать. Вот я хочу проехать. Вот смотри, ниже по течению вот здесь, нельзя. Смотри. Но судя по картинке, течение должно быть наоборот. Но! Нет-нет-нет. Что нет? Я думаю, вот отсюда нужно. Ну, выше. Дорога, как бы, видишь, вот здесь она намешана. Ну, там тебе еще, в принципе, видно частично, да? Ну, вот я уже вот тут не вижу. А куда ты поехал? Я думаю, что нужно проезжать, может быть, за мостом, потому что мост будет сбивать течение. Ну, я не знаю просто, что здесь с глубиной. Течение-то все понятно, но глубина, черт. Но дна не видно. Но учитывая, что здесь мутная хрень, по идее, здесь должно быть не глубоко.
Ну, не знаю. Вот я, наверное, попробую вот здесь или здесь, рядышком. Ты просто цепани меня. Надо цепануть на максимальной дистанции. На максимально доступной. Цепани меня. Чтобы, если что, ты мог дальше проехать без меня. Вот давай я сейчас как бы заеду вот сюда прямо. Вот. Вот здесь еще нормально. Пока я не тону. А ну пробуй цеплять. Ручник поставь и лови. Нет, ближе. Стоп, 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 назад, назад, назад. Ага, стой. Чуть ближе. Стоп. Все, подъезжай ко мне. Сейчас я, давай, я не к тебе, я просто максимум к берегу. Сюда же, куда ты заехал, вот так вот, оп. Только этим не пользуемся, на F ничего не делаем. Не. Так, все, давай. Давай, с Богом. Давай, я поехал вот здесь прям, рядышком. Говори, если что, что подцеплял. Нормально, еду. Отцеплять? Зачем? Мне кажется, сейчас... Блин, подожди, тут бревно, я на бревно сел. Фак. Отъедь чуть прям сам. Сам потяни меня назад. Ёпте, смотри, бревно встало. У меня нет. У меня бревно встало. Вот оно упало, фак, и оно нам всю малину... Смотри, так они... Разрушился мост, они упали бревна. Подожди, они белым почему-то у меня... И что, загрузить можно было, что ли? Походу их можно загрузить. Ты меня уже тянешь. Да? Да. Ну, погнали вдвоем, здесь нормально. Пока. И эти, посмотри, они что-то переставляют. Ох! Какого хера, мать твою? Что такое, бревно надело? На мне упало. Как? Ты живой? У меня движок аж заглох. Давай я тебя потащу, может... Или как? Тебя цеплять? Ну, отцепи, да, поехали. В принципе, знаешь, ну хотя бы проезд нашли. Это меня очень радует. Просто нереально. Я не понимаю, так бревна нам, получается, вот отсюда надо будет, что ли, брать? Вот эти? Грузить? Не-не, у нас же должна быть пилорама. Мы ж были, я ж там ездил, там, где стоял ручной погрузчик. Так, а фары как там, включены, нет? На H. Где-то, а вон разведка слева у нас была. Что-то мы ее... На, у нас и справа, и слева есть. Сейчас я поеду, короче, на левую через лес, сейчас без полного. Ты давай налево. О, КамАЗ. КамАЗ стоит. С чем? С запчастями, наверное. С чем-то. Не знаю, с чем. Я думаю, там запчасти наши. Алекс Фрэш это стоит. О. Так. А я кто? Фейк? Ну что, я поехал тогда, это туда. Как здесь ехать-то, непонятно. Блин, я не знаю, на нем сложно кататься, на этом ГАЗ-66. Слушай, ну, наверное, поэтому тебя и выкидывало, да, тогда оттуда? То, что их можно забрать. Походу, да. И что я мы тогда... получаем? Я сервисная просто... тележка. То есть тележку нужно забрать. Тележку мы, кстати, можем на этой хреной не забрать, если что. На чем? На ГАЗ-66? Да. И там пилорама. Но нам, по идее... Стоп. А где еще точка неразведанная? Почему я у нас еду там черная? Не, снизу по карте. А, снизу не знаю. Я еду вот сюда. Йоу! Йоу. Я... Какого хера? Я просто ехал и застрял на пустом месте. Да ну нахер. Ребята, может, мне через лес просто... Не, хреновая идея. Через лес по там елки, я поехал. Я что-то по карте посмотрел, там какие-то озера в лесу маленькие. И решил, что лучше в другой раз как-нибудь. Слушай, а здесь жопа. Жалопа. Блин, тут только на лебедке херачить. Я сейчас вот застряну в этих... Ты не езжай туда, я попробую. А в КамАЗе получается запчасть для гаража или что? Значит, посмотрю. Открой КамАЗ, посмотри. Если запчасть, то, наверное, начинай ехать сразу туда. Нет, там тележка, нужно еще тележку взять. Тогда. Нет, на КамАЗе прицеп огромный. Я думаю, это просто прицеп. Чтобы с дровами сразу. Может, они хотят, чтобы карту прошли без дров? Ой, без этого. Без гаража, в принципе, это реально, наверное. Ну, с одной стороны, реально, но хотелось бы все равно... Знаешь, мне кажется, что КамАЗ там сидит. И мне кажется, что у него резина хреновая. Ох, КамАЗ убитый в хлам. И что здесь, функция отцепить? Пустой прицеп. Значит, а гараж нам нужно 4. Получается, что мы на ГАЗ-66 прям за прицеп тележкой. Скорее всего, там части гаража я один привожу, и ты один привозишь. И тогда все будет просто
Супер. Но если мы хоть один не довезем, мы облажались. Типа такого. Блин, у меня аж асфальт прогибается под машиной. Фак, да какого ж хрена ты так засел здесь, сволочь ты? Здесь нереально ехать просто. Здесь снова какая-то река, здесь мост разломанный. Чтоб тебя. Да где? Здесь, Михалыч, здесь. Я не знаю просто где ты, я не вижу. Да по карте можешь увидеть. Моста тоже нету. Стоп, я не понял. А что там светится? А, так вон там точка разведки. О, черт. Ну ладно, на обратном пути можно будет туда залезть. Я даже не знаю, здесь глубоко, не глубоко. Я сейчас просто как-то прохерячу. Дно видно с трудом, включая полный, пошел. Тра-пам-пам-пам-пам. Ого. Кажется, я сажусь. Нет, ползу. Блин. Прополз. Сраная ночь. Ненавижу ночь. Ни хера не видно. Я засадил УАЗ в лесу. А я в городе в каком-то. Темная в городе, ночь. Где нет метро. Ох, темная ни хера ночь. Себе. Вот едешь. А почему здесь темно? Где? Ну вот это полкарты. Вот это а вон, видишь, не разведано на этом, на островке, на который мы перебирались. Там не разведана надпись. Вон то нужно. Нет, я не вижу. Боже, что за крики дикие вот от соседей, просто жесть. Слышишь? Да, слышу. Или это на улице, я не знаю. Так, слушай, я думаю, что нужно, блин, на разведку съездить. Так, а мне нужно куда-то меня вытянуть, попробовать. Потому что где-то здесь, скорее всего, какая-то машина есть. И тут, судя по карте, какой-то есть чего? Там еще островок, вы серьезно? Там еще, черт возьми, островок. Да заткнитесь вы уже. Там еще какой-то может, островок. Может, это подписчики твои кричат. Ты так. Да это не подписчики, так. А какие-то дикие животные. Дикие подписчики или хейтеры. О, хейтеры, о, наверное. Есть, на поляну выехал. Фак. Блин, а ни хрена не вижу. Здесь такая темнота. Это что такое-то? Пила погрузка. Вот самая жесть будет опять это все грузить нам. Я просто не знаю, нужно, блин, на точку заехать, потому что прицеп ничего нам не дает. Прицеп это просто прицеп. Он с херней. То есть его можно просто отцепить. Да, но в то же время, подожди, так как это карта, правильно? То есть здесь должна быть возможность, чтобы пройти ее в одиночку. К-700, мужик! Кировец? Да, ю-ка. Только нахер он нужен. Ну мало ли, где-то говно помесить. Так. Я тут корабль нашел. Так, так, так. Там так, еще так, один корабль. Подожди. А может быть. Надо посмотреть. Вот пилорама. Ага. Возможно, что-то вот. Я не пойму, где запчасти, но эту тележку, я думаю, что я с собой сейчас заберу. Знаешь, что я думаю? А может быть, вот здесь тоже можно проехать? Вот, вот. Видишь, куда я поставил точку? Вот отсюда до того берега. Вот здесь как бы я бы не дороги. Пробовал. Я бы не пробовал это делать. На Кировце. Не думаешь, что можно? Не знаю. Кстати, сервисную тележку я сейчас, наверное, все-таки подцеплю и посмотрю, что она может. Но мне кажется, что это просто всего лишь запчасти. Так получается, и... мы без гаража проходим или как? Да нет, гараж по-любому должен быть. Как ну это, вот что-то гаражи? Чем его открывать? Ну, сейчас надо последнюю точку открыть, посмотреть. Может, где-то здесь в городе заныкана машина какая-нибудь. Такое же тоже может быть. Не, ну по сути может быть. Я тогда сейчас попробую выехать на эту трассу, доехать до пилорамы уже, чтобы четко все понимать. Ага, вот тут он даже тропинка есть. Главное сейчас ее подцепить еще как-то. Я никогда не умел цеплять эти прицепы здесь в игре. Да, тропинка не из лучших здесь, конечно. Ну, я понял, почему как бы твои сомнения, здесь настолько мощное течение. Я такого... Не знаю, мне кажется, на Волге такого нет течения, как здесь. Так, вот она, пилорамка. Угу. Ага, все есть. Как ее прицепить, долбанный прицеп? Подожди, Лига-66 не рассчитана, чтобы его сюда цепляли? Я не пойму. Что-то я туплю. Не, ну по идее же можно Лига-66 прицепить. Может, еще ближе он хочет?
Так. Так, 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 так. Или он хочет, чтобы я на прицеп пересел. Можно на прицеп пересесть, нет? Пересесть на прицеп. Может быть, надо на К-700 туда приехать за прицепом? Как ты себе это представляешь? Или на том долбанном погрузчике? Это уже хреново, это уже неинтересно.